Здравствуйте. На архив. А надо дождаться громкого объявления или уже не обязательно? Уже можно выйти. Мы можем сами себя объявить. Подходите в конец зала, друзья. Здесь сейчас будет презентация фильма самоорганизация «Архив». И бесплатный попкорн. Да, мы немножко сейчас поговорим, вы как раз успеете дойти до нас. И взять попкорн. Да, здесь его много, вот мы видим, что как бы большая часть пустует еще мест. Ждет своих обладателей. В общем, мы архив, мы независимая самоорганизация из 12 на данный момент человек. Мы существуем и работаем на площадке на территории Ниидара. Мы существуем уже 1.5 года. Делаем в основном однодневные проекты, выставки, события и все такое. В общем, наш основной интерес – это самоорганизация. И вот, собственно, мы и являемся, ее же изнутри изучаем. Ну, вообще, интерес – это, наверное, то, что мы художники. А, да, точно. Я забыла. Точно, мы художники. Нас все рассматривают как самоорганизацию, постоянно спрашивают, что это такое. Вот мы решили, наконец, ответить, попробовать на этот вопрос. Нас всегда спрашивают, нас никогда не получается ответить. Но мы еще пытаемся сделать. Самые частые отдаваемые, мы пытаемся привлечь к ним внимание, потому что так что очень много различных вещей. Да? Да, вот так вот так. Да, вот так. Да, вот так. Вот так раз. В этом фильме мы стремимся осветить большинство вопросов, которые мы встречаем на своем пути от наших зрителей, от кураторов и посетителей наших выставок. Вот. Фильм можно назвать неким промежуточным результатом нашего исследования. Да, это на самом деле незаконченная работа. Вот, но нас еще попросили там показать вроде тизера. Трейлер, может быть. На 40 минут. Коротенько. Да, это только тизер к нашему большому фильму. Да, но мы еще хотели поговорить о том, что такое самоорганизация. И вчера перед монтажом встречались и обсуждали, какие слова могли бы, может быть, описать нас. И вот я тут подготовила список, или как? Можем по одному, хочешь называть слова эти? Процессуальность. Да, ну вот, процессуальность. Насчет процессуальности, как будто бы у нас есть приоритет процесса перед результатом, поэтому каждая наша выставка или наше событие можно считать незаконченным. Кроме того, мы, наверное, включаем в наш художественный процесс и все то взаимодействие, ту коммуникацию, которая происходит между выставками, между подготовками. Утопия. Передаю слово. Руслан, утопия. Ну вообще кажется, что проект самоорганизации он немного утопичный, потому что как бы художники, люди, которые взаимодействованы в самоорганизации, они думают, что можно выстроить горизонтальные связи, достичь какой-то демократии, но это не всегда. Да, но это практически невозможно, это все равно какая-то неровная поверхность, всегда присутствует некий конфликт, да, конечно. Динамическая иерархия. Да. Ну вот, да. Логично перейти к горизонтальным связям, наверное, от этого. Кто хочет про горизонтальные? Горизонтальные связи? Горизонтальные связи – это утопия. Вернулись на предыдущие. Мы не закругляемся. Ну, я могу еще... Потому что это все-таки презентация фильма или трейлера, и точка фильма. В принципе, мы подумали, что как у зрителей будет все равно поинтереснее посмотреть фильм, чем послушать какие-то рассказы. Как у фильма больше возможностей продемонстрировать что-то. Там можно что-то смонтировать с лучшей стороны и показать все, как мы хотим, чтобы это выглядело в итоге. На самом деле у вас будет возможность после кино задать какие-то вопросы и взять автограф-сессию. Да, будет автограф-сессия. Мы никуда не уйдем, так что будем с вами еще после фильма. Ну и также фильм может показать некоторые индивидуальные, отдельные взгляды на то, что у нас происходит, которые можно было бы сформировать какую-то целостную картину. Ну, навряд ли, наверное, целостную. Не, ну, кстати, вот идея, вот.
Да-да, мы уже не согласны. И, в принципе, идея была как раз показать, как мы формируем какое-то цельное высказывание. И для нас это тоже как своего рода эксперимент, мне кажется. Да, да. Мы забыли еще у нас про бормотание. Сейчас это не оно, а оно имеет смысл его обозначить. Да, мы, в общем, демонстрируем. Да, мы демонстрируем бормотание художественного множества. Так что не рассчитывайте то, что нарратив будет выстроен как-то очень удобно для восприятия. Поэтому... Или что оно вообще будет. Поэтому мы и купили попкорн. Чтобы немного вас отвлечь. От жажды нарратива. Говорим все одновременно. Да, можно начать? Примерно. Ну что, мы начинаем или есть еще, может быть, какие-то вопросы? Еще три дачки. Может быть, еще немножко? Ладно, все, тогда приступим. Давайте начнем посмотреть. Спасибо. Приготовьтесь, там жуткий звук.